Всем привет на моем 85-м стриме. Мы продолжаем проходить игру Lost Odyssey. Это уже 14-я часть по ней, и мы начинаем третий диск. Наконец-то мы дошли до третьего диска. Так. Сейчас переключусь. Надо вспомнить вначале, что же у нас было в предыдущей части. А в предыдущей части было следующее. Ну, мы же дошли до вот этой... Не помню, как называется, типа, бета-версия Грандстаффа, из которой взяли какие-то необходимые части, чтобы завершить строительство самого Грандстаффа в крайне короткие сроки. Встретили там Гангору, и он... Забрав все необходимое, в общем-то, оставил нас там, ну, как бы не умирать, они умереть не могут, потокеры, ну, хотя там дети, они могут, вот, и этот начал разваливаться комплекс весь, ну, мы оттуда, в принципе, вырвались на лодке, ну, все, на этом и закончилась предыдущая часть и предыдущий диск, теперь диск 3. Привет, Тор. А, вот мы обратно в этот Маран или как-то приплыли. А, и небо нормальное стало. О, лодка утонула, а чё так? Она наконец-то, ну, Санк не знаю, наверное, утонула. Мы все ее хорошо знали. Ну, это так, неважный диалог. Добро пожаловать назад. Ну, там не это, типа, было какое-то свечение. Мы все беспокоились о вас. Я так рада, что вы безопасны. Рада видеть вас в безопасности. Вы дети в порядке? Да, я со мной все нормально. Я тоже. Хорошо. Не подвергайте себя такой опасности больше. Я дословно не могу, ну типа что-то, ну вы наверное выходили, да, в эти воды, плавали, почему бы сейчас не взять немного отдыха в городе этим вечером. Спасибо, мы любим тоже. Это Сара говорит, правда, Каем? Да, звучит хорошо. Привет, Снап. Сейчас придется все-таки переводчик достать. Не могу некоторые слова сходу.
Это, но это ставит на сотрудительное положение. А, мы потеряли последнее оставшееся судно города. Мы можем забыть о том, чтобы нам идти отправляться в Годзу в скором времени. А, ну давайте подумаем, пойдем я, пойдем, блин, пойдемте подумаем об этом. Вы путешествуете в Коцу? Не так ли, да? Хорошо, у меня есть хорошие новости для вас. Свет расплавил ледник, блокирующий дорогу в Коцу. Вы можете пройти через ледяной каньон. Но по крайней мере, просто странно немножко. Но почему но? Ну, в общем, типа, можете дойти до Годзы пешком. Ну да, как минимум можете добраться до Годзы на своих двоих. Отлично. Это означает, что мы можем отправиться в Годзу даже быстрее. Какая удача. А пока... Пока мы здесь, а до этого момента я думал, что мы застряли тут, да, наше путешествие не закончится здесь. Но мы, возможно... А, типа, ну, не должны перенапрягаться, да? Да, не стоит переусердствовать, пойдем в город и отдохнем. Вот. Ну, поговорим со всеми, вдруг что вам интересное скажет. А, монстры ушли, которые здесь были. Ну, Снапа, я-то откуда знал? Ты говоришь, как будто я играл в эту игру. Ну, когда начинался второй диск, там был сюжет на это. Че он голову туда крутит? А, ну тут я уже все взял. Да, тут стало значительно светлее, чем было раньше.
магазин. А, ну да, здесь же магазин. Не, стоп. А я не был в этом магазине, что ли? Регенера? Ну-ка, ну-ка, чё? Это спирит, что ли? Give one party member moderate your dual HP recovery. Ну, короче, регенерация, да? То есть каждый ход будет чуть восстанавливать здоровье. По всей видимости. Кстати, что там по скиллам? Ну, вроде все должно быть расставлено. Ну да, скорее всего, туда после босса сразу расставил. А, что я не смотрю? А, катдаун. Вот она все-таки что-то выучила. Так, а нам маг нужен? А, ну стену учит, ну ладно, типа нужен еще. Так, это что? Ой. Тут какая-то потайная прям комната, я смотрю. Rare stuff. А, аукцион. Interesting things. Ну, продали бы хоть какой-нибудь interesting things. А. Ну давай, присоединимся к аукциону, чё. Мана? Да не, зачем? Лол, 270 за ману? Опять ману? Понял прикол. И что, всегда будет мана? О, all баррикад. А у меня такое есть? А у меня есть такое или нет? По-моему, есть. Нет? Да охренеть. А чё, у меня больше нет денег?
Но я тогда никакую полезную вещь, видимо, не куплю. А, вот опять лабарикат. Странно, у меня уже 3500 появилось, чего вдруг? О. Хорош. В смысле на двойке единицы? А, в смысле время, когда? Да не, было у меня албарикад, я же говорю, было у меня. All shield и албарикад, у нас это было еще чуть ли не с начала игры. Может тогда еще посмотреть, что есть. Опять мана. Жесть, они за 720 ману покупают. Такой радостный. Встрел деньги никуда. А зачем? Ну и без него нормально проходилось. Смысл тратить ход. Тем более на боссах использовал. Magic Luring Stone? А вот это вот что такое? Я не знаю, что это. А, ну это я понял, для колец. А нужно ли она мне, хрен его знает. Ну, смотря какая цена, если дешевая, то можно взять. Ну не, за куда за сотни брать? Не, я думал там если за 70, но ну, я бы взял. Опять мана, да издеваетесь. Даешь за 5000 мана. Да чисто кидало бы это, а не аукцион. Ну, может, можно наткнуться на какую-то полезную вещь? Да вот это вы гоните. Ну а чё, норма аукцион. Не, если было бы, была бы какая-то магия, которую я просто не могу купить пойти.
за 70 купил. Magic Stone, ну вот нормально, в принципе. Хотя уверен, что он стоит дешевле. Не, ладно, короче, нифига тут нету. А никто не хотел купить. Ranging Best Eye. Ладно, посмотрим, что тут продаете. Дно. Не знаю, мне кажется, это можно купить, потому что сила 40, это уже нормальная атака будет, кстати, для мага. Ну, хз, мне кажется, это нормальная уже вещь. Так. Ну, здесь я уже покупал вроде все, что мне нужно. Да. А ну-ка, есть этот, который на аукционе был? Он 50 стоит в магазине, который под боком. Его покупали там за 400. А, Тор, давай. Стримить, что ли, ушел? Короче, аукцион вообще кидало полное. Пофигу, денег много, куплю маку. Одно оружие. Да, знает. Ну, у него вообще 23 было. Так, значит... А, я купил... У меня было сильнее, я купил еще слабее, блин. Я не знал, что у меня сильнее было. Да коптом купили кренитый ящик, а потом продавали. Блин, короче, я зря потратил деньги. Ну ладно, пофигу. Оказывается, у него было уже сильнее. Только откуда оно взялось, я не в курсе вообще. А, одно из них нельзя продать вообще. Да, более чем в два раза дешевле, почти в три раза дешевле продал. А это чё? Хард спаса. Ничего. Может быть для сет тоже что-то... А, нет, для сет у него как раз это и стоит. А для минг... Ну ясно, у него там... А Дженсен... Ладно, а что там еще было вроде бы, да? А, не. Ну, в общем, если что, мака можно, в принципе, тоже брать, именно драться физическими. Ну, по крайней мере, по сравнению с остальными магами, он норм. Тут я был.
Ликсижер написано. Хелинг медицин стоит 40. А там продавали за 70, по-моему. Так, а мне мана не надо. Короче, мне ничего, по-моему, не надо. Хилинг мне вообще не надо, потому что у меня, в принципе, магия. Не думаю, что мне понадобится. Ангел Плюм. Что-то пока тоже не нужно. Ну, одну бомбу на всякий случай куплю. Может, наоборот, продать что-то? Ну, ладно, не буду. Ну, знаю, как бизнес вести. Тут что-нибудь изменилось, интересно? Тут чувак стоял с горой монет. А где твоя гора монет? А, могу вам чем-то помочь? Типа, неужели ты заговорил, да? Вроде я так понял. И где твои горы монет? Горы монет? А, какой-то грубый. Нет, ты про слово не знал. Я вас знаю. Я честный. Приличный и уважаемый продавец вот этих частей. Ну да, чтобы ты знал, честный, приличный, глубоко уважаемый торговец частей. Горы колец? Нонсенс. Серьезно, должна быть ошибка. Конечно, это должна быть ошибка. А почему ты врешь насчет этого? За Стинкса не понял. Я имею в виду, я знаю уставившихся на все эти деньги и говорящего хи-хи-хи весь день, возможно. Странный, но не понял, ну типа который хочет спрятать их. Ну Снап, да, он тут стоял, говорил хе-хе-хе, на свою гору монет смотрел. И все, и больше он ничего не говорил. А, еще говорил то, что он хоть надо, типа, спрятать это безопасное место или что-то такое.
Все из-за нервов. Я никого никогда не обидел за свою жизнь. Ты маленькая сволочь. Уйди с глаз металлой. Ну, недословно еще. Ну, норм. Ну что, что насчет этого? Он спрятал где-то. Все правильно, что ты задумал? Попробуй. Раздражать Риордана здесь. А, пробовал раздражать Риордана здесь? Поверь мне, этот чел не требует, ему не нужна помощь, чтобы раздражаться. Да, на табличке классный язык. Но правда там не шея, это больше на греческое похоже. А вон там на табличке выше написано кишбе. Но опять же, там не Е, а греческое. И вы? Я следователь секты. Я провожу... запрос в Риордане. Допрос Риордана, наверное, владельца этого места. Он, ну, это подозреваемого. Типа контрабанда, что ли, или как-то? Да. Короче, в контрабанде. Добра. Мы знаем все по поводу этого... ну, по поводу его, короче, грязных делишек. Но мы... Нам не хватает доказательств. Мне нужно найти... книгу продаж или что-то такое, где записано все. Ну, книгу продаж, ты знаешь, мы говорили с ним по поводу этой книги. Мы подобрали.
Не понял. Типа, когда мы подобрали, он заволновался, что ли, или что-то такое. Привет, Омега Дум. Ну, дать ему. А, мы подобрали ее. Все, вспомнил, точно, мы же ее забрали, да? Отдать ему, да. А, что это? О, это секретная книга продаж. Все его контрабандные дела записаны здесь. Это именно то, что нам нужно, чтобы арестовать его. Где вы это нашли? Я нашел это в сейфе внутри дома. Хорошо. Типа не, у него не будет возможности оправдаться, что ли, или что-то, не понял еще. Ну да, вроде типа того. А, время провести полное расследование. Ну вот, помогли. Может, зайдем, поговорим еще раз. Первое время приступа к криптомании. У тебя больше тут ничего интересного украсть нельзя. Ну, в смысле, не у тебя, а у того чувака. А то смысл этого квеста пока не ясен, мне же ничего не дали. Он пытался убежать. А, во, Солид Спартан, Спартан Ринг. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Отлично, еще круче. А что за Спартан Ринг? Best Killer LV2, Machine Killer LV2, Bio Killer LV2. А у меня сейчас от яда... Ну, я думаю, можно, в принципе, не делать. Спрашивают, откуда она спадает штупор. Ок. Тут ворона вроде сидела. Продавала нам ништяки. Качельки пустые, а там раньше кукла качалась.
Что случилось? Ничего, просто устала. Я тоже. Я не могу хромать больше. Что не проблем, вроде хромать. А, не, вина. Я не могу финить. Они через многое прошли. Давайте отдохнем сегодня. О, спасибо, Снап. Итак, что на самом деле происходит? Ты знаешь, Гангора называет своих парней настоящими предателями. Не знаю это слово. А, вас называют, да. Что-то, да, затупил. А, не, я так и не понял. Уточнить, что? Типа, можешь уточнить? А, по поводу этого, да, типа, ну, с чего вдруг он называет? Вот это, видимо. He was lying, obviously. Gangora robbed us of our memories. He's the traitor. Он, врет. Очевидно. Это слово просто не знал. Он врал, очевидно. Гангора ограбил, ну, украл наши воспоминания. Он предатель. Но мы все еще не помним, что у нас за миссия была. Ну, как в этом мире, да? Sarah, was there anything about this in your journals? Сара, были ли там какие-нибудь... Было ли там что-нибудь об этом в твоих журналах? Not about our mission. There was something about where we came from, however. Чего, Снайп? Я не понял вообще, что ты сказал. Нашей миссии. Это там что-то о том, откуда мы пришли. А мы пришли из чистого Антарниш. Незапятнанного мира. Ну, ясно. Two different worlds on a shared axis converged, which caused disturbances in our home world. Два разных мира поделены
помощью... А, сходятся по оси или что, что-то я не понял. Оси двух миров сходятся, видимо, как-то так. Что вызывает... нарушение в нашем мире, волнение в нашем мире, да. Our minds came to this world, where we acquired bodies and began what we call living. Наши умы пришли в этот мир, где мы получили тела и начали то, что мы называем жить. На протяжении этого времени я интересовалась постоянно. Я постоянно интересовалась, что означает наше наше существование, видимо, да? Existence. Да. Ну, не наше, а это существование. И почему мы... Так, я постоянно интересовался, каково значение нашего состояния и почему мы выглядим бессмертными в этом мире. Я начала исследование, чтобы найти некоторые ответы. Мне просто нужны факты. Факты? Записи тысячелетних снов показывают, что я... в действительности предатель. Они... где... потому что я... поэтому я хочу принять все и расплатиться. Я вот тоже не понял, Снап. Ну, вот это то, что вот эти сны, это вот тысячелетние сны, но мы не все еще прочитали. Но откуда он тогда знает? Какую строчку? Ну, короче, я тоже не понял. Написано иное? А, он сказал «если», да? Я слово «если» не прочитал. А, каких снов, все, я понял. Блин, а бред, короче, прочитал. Заново. Если записи тысячи лет показывают, что я действительно предатель, тогда я приму это все и расплачусь. Ну, типа, поплачусь за это. Блин, вот это пил. Но меня сбило с толку. Просто там везде уже это сочетание. A thousand years dreams. Да, как бы тут оно уже везде. И, блин, я... в общем, написано одно, я читаю другое. If the truth is that I've caused the deaths I've seen, then I'll have to pay the price. Если... да, что выдумал, то я прочитал. если истина...
то, что я вызывал смерти, которые я видел, то я хочу поплатиться за это. Это не может быть правдой. As long as our memories aren't complete, Gongora holds the upper hand. We've got to go after him. Ну, пока наши воспоминания не заполнены, Гонгора держит... как это правильно сказать? Ну, типа, будет держать верх, да? Да, у Гонгора преимущество. Мы все пойдем за ним. So that's why we're going to Gotsa. Oh, and why Ming's gonna use her charm when we get there. Так вот почему мы идем в Гоцу. О, и почему Минг. Не понял. И вот и почему Минг использовала ее шарм, где когда мы попали сюда. Мне это нравится. Но я сейчас не очень понял вторую часть предложения, но ладно. The only thing we can do is seek the truth. Fortunately, we have plenty of time. Кайм, только одна вещь, которую мы можем, что можем сделать, чтобы найти правду. К счастью, у нас есть много времени. Ну ок, много времени, что можно побегать. Поговорим еще с кем-нибудь. Так, и что мне предлагают делать-то? Тоже спать лечь, что ли? Или выйти отсюда? А, типа, мы по токере можем искать, пока не наскучит. Все на сегодня. А что предлагаете, что-то еще? Зачем подтверждались, тут больше нечего делать. В
Почему туалет закрыт? Ой. Так, ну, в принципе, я не знаю, нам больше нечего особо делать. Уже утро, все, можно идти. Стой, как будто только событие, туалет закрыт. Ну да, вот как-то... Нельзя же так с этими... Ничего нового не положили в шкаф, как же так? Опа! Свалили. А, они не свалили. Они уже со мной не выспались. Пошли. Да, они уже в кармане. Идем в Айс Каньон, южную его часть. Я так понимаю, это экшоновская локация будет. Ну, не буду еще раз сохраняться, если что, добежим от города. А здесь был закрыт вход, я помню. Существа тут летают. Ну давайте порубаем. А, так, эти все на передней линии стоят. Генератор. Олфлара. А, Олфлара и Олфлэр практически одинаково по времени кастинга, так что можно более сильно брать. А, у нее тоже черная, да, есть. Половина с ним. Что, он крадет? Убежал, главное, ну что, жесть. Ну вот, 252 уже нормально бьет. Ну, у этого кольцо еще просто.
Она против животных там нормально повышает. Так, Сет выучила 5 уровней Spirit Magic. Да ладно. А, ну да, это же она от кого-то учит. Так, Минк выучила Magic Defense Boost. Мак выучил Spell Counter. О, Мак что-то новое выучил. Так, еще раз, значит, Кайму. Ага, он еще стену не выучил. Так, она выучила Spirit Magic. 5 уровень. Ну-ка, а что за Spell Counter? Randomly performs a black magic counter attack against enemy magical attacks. А, магическая контратака. Но это воинам-то не надо учить. Так что все, она больше ничего не будет у него учить. Вон он начинается. Я хотел Дженсена уже поставить. Чем этот фейспалмер? Так, ей какой-то нужно экипировать другое. Так, она еще 5 уровня черной магии не выучила. Я думаю, знания нужны. Скорее всего, рандомные из тех, что знают. Так он тут не сможет забраться же, да? И чё? Ясно. Вообще скользко должно быть, если что. Очень скользко. Сундук в таком месте. Сид. Назад дороги нет, так понимаю. А хотя нет, а наверное спрыгнуть можно. Blizzard Peak. Ну, открываешь? Только с этой стороны можно. Ой, я там сейф вижу. Blazing Ruby, это что такое? Redstone recovers one party member from freeze. О, здесь статус новый freeze. Ну, так чувствую, сейчас будет. Пропустил ящик? Да ладно, где? А где он был? Может сразу вот этого бить? Ну, он за защиты, конечно, стоит. Надо... Я понял, надо сразу... снижать GC. А эти маги сразу пусть атакуют. Так, Shadow уже вроде быстро кастуется. А, не. Сразу Флары на вот этого.
все-таки украл. Что за скроллы в десерте? Странно. Да, сейчас так все вещи тут растеряем. Он выжил, не понял. Он даже урон не получал. Он куда-то исчезал, что ли? Не знаю, что за статус. Nightmare Seal, может быть? Вон там предмет дали. Defend Boost 1, Кайм выучил, Сет выучил композитную магию 2. Пусть Spirit Magic учит, что ему учить еще. Так, что там Сет выучил, да? А, это тоже из предмета. А, все, по-моему, она, наверное... А, нет. Это как раз то, что надо. Так, эти еще ничего не выучили. Где ящик-то? Ты этот? Так я его не могу взять. Или какой-то другой ящик. Да и почему теперь? Я не оттуда спускался. Я его не смог бы взять никак. Это откуда-то с другого места идти нужно. То есть я его изначально не мог взять. Да не пропустил я его, ну ты чё, его с другого места брать нужно. Вот этого гада надо сразу бить. Да, хорошо.
А замедление никак не отображается как раз. Ого! Да он лечится, ничего себе. То есть причем это походу еще и реген. Ну не поможет ему реген под таким натиском. Почему на три хода? Он только использовал его и успел только один ход проходить. Так, Кайм стену выучил. И чё, спел контр? Да не буду Кайму это учить, поскольку, ну поставлю, но как только выучит, остальные выучат от мака, я уберу, даже если он не успеет выучить, потому что, ну блин, это бред. А это у кого учит черную магию, я не понял. А, это она уже у Дженсена учит. Ладно, пусть уже тогда сет доучит спел каунтер. По-моему, я не туда спускаюсь, куда хотел. Туда нельзя. Интересно. Так сундуку, да? Ой! Норм. Еще раз, может надо пешком идти? А, или... А, или вот... Я понял. Ты куда ж ты, ну... Ты что делаешь-то? Стоп, а тут нельзя? Значит, только к этому сундуку. А как к тому, непонятно. Там надо лифт. А там я мог поверху еще куда-то пройти? Из-за чего вот это здесь? А походу мне только туда и надо. Больше нет других путей.
Да, лови, пока не улетел, по-любому. Новый стрин команды будет. Сундук охраняет. Тут еще снизу сундук. Надо про него не забыть. А то там же опять какие-то компоненты будут, которые не нужны, но, блин, это же круто, что они есть. О, что это? Монстр? Не, это птица. Очень редко, поскольку они живут в холоде. Они могут даже плавать. В очень холодных водах. Птицы могут плавать? Я думаю, я читала по поводу этого однажды в книге. Эти птицы не могут летать, но они отличные пловцы. Они, конечно... Выглядит странно. И куда он попёрся? Warm West? Иммунитет к фриз. Ага, может прекратиться. Ну, пойдем за этой птицей и сходим. Плывем на юг посыпал. Ого, лол. 4500 здоровья. Ништяк. У нее нет черной магии пока что, и это плохо, то есть ей приходится использовать долгую композитную, хотя один враг всего. Барашек? Ну это не совсем барашек. У мака есть черная, но слабая только. За одну атаку даже половину не снимем. Хотя может и снимем. Ну да, сняли в принципе. Так что можно в принципе даже не лечиться дальше от такого. А, так еще и олдфлары причем не было, потому что... Силу атаки увеличил, надо его решать быстрее. Еще увеличил. Ой, сейчас что-то ультанет. Yeah!
стали мы смотреть его атаку. А, все, Сет выучил Spell Counter, так что мы берем Дженсена в команду. Хотя, я не знаю, на самом деле у Мака хотя бы физическая атака нормальная, но у Дженсена черная магия зато. Так, он восстанавливает МП, когда дефенд, ну и пусть это носит. Кольцо, кстати, ему можно кому-нибудь получше дать. Ну хоть даже это. Хотя сейчас тут вроде бы особо не отравляют. Атак демейдж, это же не мэджик атак, да? Или это вообще все? Любую атаку. Ну ладно, пусть брать. Так, она тоже это учит. И Сара это учит. Все учат черную магию 5 уровня. Прыгать, ты уверен? А где сундучок-то был? Ясно, понятно. Ring of Wisdom, то есть это серьги мудрости, ну-ка чё за... О, черно-белое 5 уровня, отлично. Это то, что надо для, по-моему, Минг. А, сейчас посмотрю. Да, у нее из-за этого нету... У нее слотов не хватает, и, короче, вот это ей по-любому надо. Тридцать пять! Ого, долго будет учить, жесть. У нас, по-моему, такого даже никогда не было. Да, на самом большем он 25 было. Как раз таки это... Черно-белое, черт уровня. О, жесть, очень долго будет учить. Да уже и четвертые вообще-то были. Так, тогда ей можно поставить вместо белой 5 уровня что-нибудь другое. Например, Ангел Харт. Или... Или... Статус. Не, статус у нас показывается. У нас не показывается тип. А, нет, теперь с Дженсеном будет показываться, да? Ну пусть это... А, кастинг саппорта на себя, по-моему, не может, да? Или может?
Ладно, поставим. Тогда Linked Skill нужен какой-то другой. А другого особо. Какая-то фигня, ну ладно. Не, ну так когда сниму, тогда и поставлю. Чё сейчас-то ставить? Когда уберу эти Дженсона, тогда и поставлю. Ой, я куда-то упал. Так, ну я предлагаю за пингвином сходить. А туда, видимо, к сейву, это уже потом. Ну там, видно, дальше продвижение по каньону. Пингвин нам что-то такое, видимо, предложит. А куда он, кстати, убежал вообще? Может же быть, что просто так этого пингвина показали, вот, просто, чтобы был. Какой-то двор. Украл это кольцо. А как вернуть теперь? Не, ну что за дно, я не понял. Я думал, он какие-то только левые вещи там крадет, типа там лекарства, еще что-то. Но самое нужное украсть, это же есть уже какая-то. Если сейчас его опять отловить, может у него украсть, может можно.
гемечки рискать его. Да, и теперь его, конечно же, нету. Украл самое важное, и все, не показывает. Жесть, я такой подставы не ждал вообще от игры. Не успел он на себя вылезти. Так, надо, наверное, возможность сет поставить кражи тоже. Пингвина нет тут этого. Кстати, может он здесь? Я это не узнаю. Не, ну этого вора мне надо найти. Это что за дела такие? Как успехи?
Очень плохо успехи. У меня украли кольцо мудрости. Он опять тут, кстати. Ой, да, серьги. Ну, короче, 5-го уровня черно-белый продает. Так, вон он. Я вижу. Да это не смешно. Блин, это печаль вообще жесткая. Я теперь думаю, может быть, у него обратно можно украсть, если предположить, что это все один и тот же. Нет, какую-то ерунду украл. Так, ну главное, чтобы он опять что-то не украл. Пусть валит отсюда. Да нет смысла ей эту... Она долго кастует слишком. Так, что я там украл? Ну, точно не то, что мне нужно было. Так, шар, что ли? Или что я украл-то? Не понял, то же самое. А, вот это, Jet Black Cloth. И что из этого можно собрать? Нашел вообще ничего.
Да вообще, блин, у меня слов нету какой-то фм. Да, Дженсон, кстати, выучил два аксессуара. Это нафиг композиция, но она пусть будет. За мной что ли идет? А, нет. Он в свою пещеру, видимо, идет, вот в ту маленькую, я так понимаю. О, да. А если бой начнется? Или пока с ним бой не начнется. Ну, давай теперь мне что-нибудь. Че, зря шел, что ли? Ну ты че? Дай мне какой-нибудь предмет или что? Не, ну... Офигеть. Странно. Ну ладно, видимо, ничего. А, опять ты. Мало уже осталось. Меньше 1000 осталось.
одна Флара уже убьет его. Так, не, ну я жду. Где мои серьги эти? Мудрости. Давай, вот. Ну-ка, ну-ка. Гони. На рынке уже, ну блин. Не, не верю. Как же ты можешь фейлить стил? А он сейчас не фейлит, он сейчас еще что-нибудь украдет у нас. Так, ну чё, дно? Отлично. Да это же здесь можно все растерять. Я надеюсь, этот Knight-код больше никому не понадобится. Все уже его выучили. Это подставу разработчики тут поставили. Оружие от него взрывает. Да, одеты. Ну не факт, что оружие вообще может красть. Стоп, а этот Knight-код был на ком-то одет? То есть кто-то сейчас остался без экипировки? Не, вряд ли, наверное, ни у кого не было, да? А не у нее случайно это было? Стоп, ну походу у нее было. У меня просто идея, может быть, если у них у всех снять вот эти вещи, то тогда нам не грозит кража? Ну, из кармана ворует, но из кармана он ворует там какую-то лечилку, а предметы непонятно. Стоп, а у нас еще у кого-нибудь стил есть? Скилл. Стил-скилл. Есть. Сейчас все воры заделаются. Ой. Ну, не все. Да, у некоторых нету. Так, у нее есть. Но команда воров практически.
Причем он всегда удачно кастует, хоть бы раз промахнулся. Пингвин, кстати, все, он на месте больше, он сюда не приходит. Так, это был тут путь и... А, тут в чем разница? А, я тут не могу пройти, ну понятно, да, это же невозможно. Ну все, заворуемся. Пищу убьют. Опять джекпот. Понятно. В общем, все, не видать. Ну, жесть. Ну, винтопомп, ладно, фиг. В общем, нельзя было... нельзя было одевать это, эти серьги. Вот хоть загружай себе сейва. Ну ладно, переживу, да. Ну, наверное. Тем более, может быть, там 6 уровня появится рано или поздно. Такая же штука. Но скорее поздно. Что, почему нельзя? А чё их не полечил? Блин, затупил. Чатик зачитался. Я тоже сомневаюсь, но все-таки я думаю, что это так. А почему у них нет этой полосы-то, ну, вот этой заполняющейся, я не понял. Так, а куда я бежал-то? А, проверить, что там внизу. Ну, это явно к сейву, значит, нам все-таки надо поверху вначале пройти, посмотреть, какие там ништяки разложены.
чем... Ясно, там, видимо, ветер был. А если бы лавина сошла, о чем он думал? Смогли украсть, я ничего. А он сейчас украдет. Естественно, я даже не помню, что такое Медуза Хэт. А, ну да, смог. Понял, почему у меня не появляется теперь вот это вот накопление там перфект, квест. А, но тратит еще и здоровье. Лол. Стоп, ну куда ты бежишь? А, погоди. А, или правильно, что-то я уже сам запутался. А, ну да, тут надо. Вот я как раз таки тут свалил, тут, кстати, вниз можно. Но нужно ли? Засейвимся. Да, порастеряла предметов. Попробуем упасть, посмотрим, что тут. Ничего интересного, да? Не, знаешь, хватит у меня краш.
Так, ну я думаю, можно все-таки тогда экипироваться, а то мало ли что. Так, что у него было? Спартан. А, аксессуар. Такой недоученный. Все доученные. А, композитная магия. Тут, так, а что ей за кольцо дать-то? Ну вот это просто. А, не-не-не-не-не, это учит Сара, да, я вспомнил. На самом деле здесь можно было бы Fire Ring собрать. Может, так и сделать даже сейчас. Все равно у нас там этих материалов. Flame Ring. Crimson Treasure нам не хватает. Ну ладно. И дадим это, например, Сет. Аминка, да пусть пока хаммер возьмет. И что она там учила? Ничего. Ну пусть physical defense. Так, а ей-то что дать? Ну пусть абсорб МП. И вот это она учила. А Дженсону... Ну пусть это. И два аксессуара можно дать. Magical и Physical Defense, когда критический статус, ну пусть. А, и композитную магию. А, ему можно композит на втором уровне дать, но... Сейчас она занята. Ну пусть вот Magical Defense еще.
пошли дальше. Опять вперед убежал. Мак, оно движется. Конечно, оно не движется. Блин, я столько всего сделал, и сейчас надо с первого раза пройти, потому что опять это делать неохота. У Кайма уже 1800 здоровья. Так, есть смысл, наверное... Ладно. 20 тысяч! Динозавро. Элемент нон, тип органик. Ладно, сходим в дефенс. А, мин... Стоп, мин... Минт ничего не умеет. Тогда давай кастинг... А, кастинг саппорта он на себя не может. Давай на Сару тогда. Вот, от этого накладывай... Так, забыл. А, написано наверху. Так, мне кажется, он физический урон будет неплохой наносить. Значит, Толст Шелл. А, Сара, давай... А, у нее нету олбрика? А, вот олбрикат. Да, физическая, да? Вот это. Ну, я думаю, можно попробовать в атаку пойти. Так, Дженсен. Стоп, а почему мин пропустили? Она что-то кастует, что ли, вообще? Ну, давай Флару. Ну, жесть, у него здоровье. А, воровать. Хорошо. А у нее не установлена возможность. Привет, Смитбир. Так, Сара будет. Точно, я скиллы-то не выставил. Фейл. Они все красть могут. У кого есть это. Всего 352. О. Вот это уже что-то. Вайнбой. Формация, да что мне все равно. Типа не могу формацию менять. Графонистая, ну это типа, да, это одна из лучших JRPG на Xbox 360, к тому же эксклюзив. Так. Давай, Дженсен, пока можешь, попробуй красть. Ты Фларой. Ну, Тор сейчас тоже графон стал стримить в последнее время. Вон, Мафия 2.
Да, заколочка я заметил. Да у него фиксил протёж, на самом деле. А почему у меня Джесси восстановилась? У меня вот этот вопрос. С чего вдруг? Не, скиллы-то я не могу выставить. Так что она не сможет красть. Придется ей тратить All Flower на одного. А, ну JRPG у него, да, но он до FF7 только дошел. Не то еще, когда он ее застрелит. Так, Дженсен, давай пробуй все-таки красть. Так, а тебе пора уже белую магию использовать. Наверное, лучше по одному. Да, можно во время боя экипировать. Только скиллы нельзя менять. А, у нас, я понял, у нас все встали в один ряд из-за этого статуса, и у нас GC вообще не имеет значения. Вон оно что. Чё-то не понимаешь? Что именно ты не понимаешь? Может, он сейчас еще будет ультовать побольше. Ой, вот это вот уже нормально было. Ну, как и в любой же RPG, если. Так, вот, давай, тебе нечем заняться. Поднимаю его. Нет, не совсем. Да ладно, в любой же RPG не по очереди. Вначале говоришь, что делать, потом они делают. Не играл в героя. Так, что у нас Сара делает? Сара у нас... Дженсен обличить она не может. Ну пусть черную туда скастует. Какая-то бомба. О, Флара бомб. Ну давай, кидай Флару бомб. Дженсен, лечи себя. А, у него слабая магия лечения. Пусть лучше крадет. А, вот она уже его вылечит. Опять, ну почему его? Ну ладно, пускай ему зачем.
Ну, так вот не играл ни в одних героев. У меня комп поздно появился. А, погорячился про любую? Может быть, я тогда скажу так, из тех, которые я видел. Так, ну опять пусть поднимает. Чем бежать-то? Пусть минка лечит. Ей хила много, наверное. Ладно, зефиру пусть использует. Заодно, может быть, Дженсен подоспеет. А, ну да, сейчас. Она потраченная такая. Ладно, теперь Дженсен пусть ее поднимает, а что, взаимно. У нас GC стал тратиться, потому что у двоих статус исчез. И что, они назад отошли, что ли? Так, мин. Пусть тоже украдет. Ваншотит его. О, слот ситу, кстати, хорошая вещь. Не зря старался. Интересно, что-нибудь еще есть? А, не, а, ну да, минк, понятно. Ладно, полежит Дженсен немножко. А, все, у него больше ничего нет. Еще 6000. Опять зефира. Okay. Почему вздыхает всегда минка Дженсен? Ну то, что на них наступает. Ну, почему не на них? На Кайма бы наступил. Он бы два удара, наверное, таких выдержал. Вот опять минка. Опять упадет. А, не, норм. О, Кайма норм. Блин, к войну любит.
Так, у нее уже магия заканчивается. Давай уже сдыхай, динозаврик. О, контратака, ничего себе. А, да ей яу. Туши полностью, Тора, что такое? А, это ты про сет, что ли, то, что она горит? Ну все, он потрачен. Да бьет? Чего еще? Ой. Фу, выдержал. До свидания. Пригорело от Соника. О, Тор, ну ты жесть. Там что-то лежит. Фух, так, теперь залечиваем раны. Как-то так. И что-то там Сара выучила. А, не понял. У нас слот сит есть, кстати. Кому дать? Саре, Минг. Или может кому-то из... Из тех, у кого и так много слотов. А, Тор, ну бывает. Да, вот меня тут тоже немножко подгорело то, что, блин, сам один из самых важных предметов украли. Ну, на данный момент он был, блин, очень нужен. Ну, ну блин, реально нужен был. Это обидно. А, вот, кстати, да, это Саре слот нужен, точно. Как раз таки, чтобы ей было черной магии. Стоп, нет, или я путаю. Так, мне все-таки путаю, наоборот, Минг-то надо. У него пятый уровень белой магии. И еще нужен слот, чтобы дать пятый уровень черный, который она... Не умеет. Как не умеет? Ты что, не выучила, что ли? Ой, дно. Но все равно это есть слот нужен.
70 мегабит, вот это про что? А, типа мой нет? Ну, ну из чего 6 тоже нормально. Ну, по крайней мере, стримить можно. А, Сережа к учите думала. А, ясно, да. Элман Краун? Что за... Стоп, это что, это кольцо? Нет, стоп, это вообще вот это, эта штука. Краун passed down by the Элман tribe. Сталкера. Ачивок нет, ну да, ачивок нет в сталкере. Который, кстати, так и забыл у Соника посмотреть. Блин, напомни как-нибудь потом. Ну, то, что я хотел вот посмотреть. Не знаю, нужно было сохраниться пойти или нет, но мне кажется, нет. Два босса подряд не бывает. Ага. Мы вышли. Почему не по порядку идут? Ну, давай в Готса Сити. Сникерс полезная штука. Да, у меня тоже, кстати, инет. У меня первый инет был 256 килобит в секунду без лимитка. Самый первый, который был. Магический индустриальный город. Готсон. Да уж, странно выглядит. Ну вот и прибыли. Сейчас по-любому сон еще где-то будет. У меня никогда не было ADSL. Не застал. Стрим до какого времени? Ну, не знаю, Снап, как-то пока не планировал заканчивать, а что ты куда-то это? Чё, Унрули Элхи, вот это имя у него. Холодно? А, здесь не холодно. Ну, у них там технологии-то. Аналоговое ТВ изобрели уже. Ну, Тор, у тебя-то есть в городе, это у тебя просто тон такой идеальный. Они не признают оптоволоконных технологий. А, непослушно, непоследовательно. Типа, откуда вы пришли? С, ну, из ледника, говорите? Вы должны быть, должно быть, шутите. Не ожидал? А я тебе говорил. Я понял, как ты не ожидал. Ты говорил, да ну, будет то же самое, что 3G.
Причем ты говорил, будет та же самая, как плохой 3G. Ну, в общем, все в шоке, то, что кто-то с Средняков пришел. Типа, все говорят об этом свечении, которое расплавило ледник. Citizens of Gotza. Граждане Гоца, не бойтесь. Our overwhelming military strength means we have. Ну, типа, наша военная сила позволяет нам не бояться. Even if Numara or Ura should. Даже если Numara или Ура будут использовать магическую энергию против нас. Будете гордиться, что родились гражданином Готса. А, так звучит, как будто им не терпится войны. Правитель Готза, джедай. Сейчас надо это перевести правильно. Я уверен, что все становится напряженней между Готсой и Угрой. Прямо сейчас тоже. Это похоже на часть плана Гангора. Мы должны быстрее пойти увидеть короля. Ну да, Снабель так и написал. Так, это куда дверь? Отель. А, это магазин? А, не, подожди.
Так, ну засейвиться никогда не помешает. Тем более босс же был. Ну как снап без правителя, там же этот был, ну помнишь, то же самое. Который говорил то, что я это мировую войну это сделаю. И это и понравилось, Минг. Ну, типа, видимо, он сказал то, что она сбежала, и теперь он правитель, наверное. Может быть, даже сказал, что она погибла. Ну, фиг его знает. Так, ну чё, останемся поспать. Вдруг там что-то тоже есть. Ну нет, сны нам не нужны. Ясно, ничего тут нет. Ну зато восстановили все силы. Так, лифт. Ну, мусорка, это же обязательная часть программы. Вниз to Low Town. Типа, не рекомендует он туда спускаться, ничего там нету хорошего. Вообще дырень полная, вот это Low Town. Туда нам надо, значит, да? Чел, ты странно выглядишь. Ветер пятницы ему норм. Во, магазин нормальный. И ЖБ. Все сразу понятно. А, у них магическая индустриальная революция отобрала работу у всех. Что у тебя мешки какие-то, непонятные сосуды, в бочках что-то, ну давай. А, ты не продавец, ты просто, ты ИЖБ. Эх.
Чё, тут сейвы на каждом ходу, на каждом углу. Слезть? Куда ты ещё слезать? Ну я не буду еще раз сейвиться, смысла нет. Оперейт, и чё? Это тоже лифт, что ли? А куда лифт-то? Что-то запутают меня. Сообщение надо передать его брату. Да сколько ж тут путей, я запутался, мы куда-то спустились. Очень обширная локация. А, это открыть. Магазин ЖБЕ, ну да, чё, нормально. А, и все, нельзя пройти. Ясно. Только из-за двух семечек мы сюда спускались. Где там ваш брат? Хотя тут что? Это, по идее, тоже в гостиницу эту или что это такое? Но похоже вроде как на гостиницу. 7, 9, 10 этаж. Ну, давай 10. Я так понимаю, 10 ближе всего. Что, игровой клуб, что ли, подпольный?
дать ему золото, просто чтобы он его протратил. Нафиг надо. Обойдется. Не, ну мне это не жалко, 300, ну просто... Ну ладно, а вдруг это какой-то квест? Ну хорошо, дадим, хотя в жизни бы, конечно, не дал. А, ну это просто типа как играть, да? Как бы он будет играть вместо меня, я так понимаю. Ой, пофиг, ну 500 дадим, жесть. У меня, в принципе, дофига. Что он дал? Signed Land Papers? Стоп. А что он дал-то, я не понял. Я согласен, что это плохая идея ему денег давать. Что с толку это странно? Ильяна имя. Искалибор. Что-то я сомневаюсь. О, батон. Так. О, Fire level 2, Machine level 1 и Seal level 1. Ну, пофигу. Невинный батон. Ну вот пусть юзает. Ой, батарейки сели. Сейчас новую пачку открою. Ну, звучит норма, чем. Я не особо читаю, что они говорят, а просто как бы для зрителей, для записи оставляю. Так, пробегаюсь. Ну, почти, ну, не всегда смысл улавливаю. Привет, мистер Напомнение. Так, ну что, мне этот чувак-то отдаст?
то, что мне требуется. Облагают, плакали ваши денежки. Что вы делаете в таком месте, как это? Ну, что-то делаю. А я уже отвечал на этот вопрос, мистер, по мнению. Чего сто раз отвечать-то? Так, закупиться можно там, да, я вижу по карте. Ну, у меня в среду защита диссертации. 25 июня. Стилинг туз. История королевства Готцы. Ну, не буду читать, да, для записи оставлю. Кто хочет, можете прочитать, в принципе. Несколько секунд буду ждать. Я говорю, у меня защита в среду, 25 июня, защита диссертации. Я потом еще в субботу, скорее всего, уеду. Не знаю, на какое время. Так сказать, путешествие отправить на машине. Далеко довольно. Так что это время тоже не буду, естественно, стримить. Да, проверить, как машина сюда едет, нет. А, это сборщик колец. Ничего, Air Travel 1, Damage Up Travel 1. Фигня какая-то. Не можешь чем-то понормальнее собрать? Привет, Инферно. Да не, возможно, на следующей неделе будет. Я просто не могу обещать 100%, но возможно будет. Понял, чё?
А, они странным челом ничего не продают. Вот ведь, а. Не лагает стрим? Чё так, я не знаю. Так, всё, тут нельзя ничего. Так, ну чё, нам не отдадут наши кровные? Ну, я так думаю, нет. Видать, мало графона. Ну ты выиграл, ну. Give me my money back. Ну чё, дать ему 1000? Или наорать на него? Как считаете? Singer loan papers, signet. Стоп, это... А, это типа там написано, что я ему денег дал, да, в долг? Ну да. Ну ладно, может пригодится нам это. Ну как уехать-то вниз? Как же так? Сейф? Да что тут сейвов так много-то? Неужели там что-то страшное? Сейчас, подожди. Войти. А, ну да, это же по карте видно. Стоп, ты же вот продавец. А, это не продавец, это спать. Зачем? Ну ладно, поспим, вдруг это на что-то повлияет. Я всегда буду спать в каждом месте хотя бы один раз. Нет, сны мы все читали, нам нужно было. Ну, кстати, сколько там снов-то осталось? Ну, много еще вроде. Так, нет, эти я читал, почему они подсвечены, как будто я их не читал. А, потому что я их читал, я понял. Вне сейва. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 снов еще. Почему только на 7-й этаж нельзя? Где 8-й?
этаж, где еще ниже. Ну, снап, это с учетом, что мы, что я перевожу вот так вот медленно, да, то я думаю, еще больше может потянуться. Алкоголь нет ничего лучше, но ты потрачен. Брошенные апартаменты. Какие-то странные они очень. Кому нужны были такие огромные комнаты? Учитывая, что это явно не роскошные. Лестницу сломан. Оп. Мана Прайм. Что такое Мана Прайм? Мне кажется, или тут было... Стоп, ну тут я был, да? А, не, хотя... Как так? Это... А, точно, там же этаж, да, я вроде пропустил один. Точно, на этом этаже лифт не останавливается по какой-то причине. Ну, по причине, потому что заставлено. Ну, ясно. Ну все, можно убираться отсюда. Там. Классное движение. Отошел, вошел. А чё казино? В смысле, снап, а что в казино? Еще что ли денег ему дать или чё? Или потребовать деньги назад? Он был на 9-м, по-моему, этаже. Или на 10-м, не помню. Выиграл бы по-любому. Ты забыл тут? Нет. А, ну да, вроде тут он чел стоит возле входа. Выиграл. Не, ну я могу еще дать, у меня денег в принципе много, а покупать особо нечего. Так что если скажете еще дать, ну еще могу тысячу дать. Ну так атмосфера полного уныния, так это же так и задумано. Ты что, не видишь, что это трущобы? А в трущобах что, по-твоему, жизнь веселая, что ли?
По-моему, все правильно. Да ничего он не выигрывает. Что он сказал? Он, оказывается, выигрывает. Пусть выигрывает. Но у меня денег 46 тысяч. Ну, конечно, это вранье, что он выиграет. Все так говорят. Я фартовый, да я сейчас уже выиграл практически. А, он за меня 75 выиграл? Ну, блин. Три тысячи 640. То есть он 140 уже выиграл. Это мистер напомнение, ну выбрасываю что-то, тем более не выбрасываю, видишь, вон вроде как зарабатываю. Если он мне отдаст их, конечно. Ну так что, забирать? А интересно, если просто оставить и пойти... Нет, непонятно. Ладно, дам еще 1000 и пойду куда-нибудь побегаю, а потом вернусь, посмотрим, что будет. Четыре тысячи 640 сейчас у него. Ва-банк. Ну да, 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 это было такое. Watch Dogs. Посмотрим, что тут. Таран. Не, на таран там некому брать. Ты что тут сидишь?
унываешь. О, это не вас там ищут? Вот, Кент нам нужен. Вроде, да? Ну так и я его ищу, но его нету. Он где-то там ворота охраняет. А какие ворота? С другой стороны города, наверное, где-нибудь. Уже много этих семян собрал. Это я сейчас куда прибежал? А, ИЖБ. Ясно. Ну все, мы тут, в принципе, вроде осмотрелись. Так, а это не тебя там случайно ищут? Ну, вряд ли, ты вроде не возле ворот. Кстати, не факт, что того, кого ищет, он тоже так же выглядит. Так, тут на воротах не стоит никто. А тут вообще ворота есть. Ой, блин, куда я вышел? Лол. Стоп, а я тут не был. Вроде. Или был. А, был. Ну, я так понимаю, я сейчас выйду из карты вообще. А, вот не тебя ищут? А, нет, пацан вообще маленький. А, брат? А, то есть он, я не забыл, что он говорил, что брат. Меня знают. Давай, Инферно, удачи.
Так, а это куда лифт идет? Ладно, давай посмотрим. Тоже вниз. Зал ожидания. Так, я думаю, я сюда потом зайду. Сейчас вначале наверху тогда досмотрим, а то тут смотрю, тут много очень людей, и со всеми хотелось бы поговорить. Хотя бы бегло. Ну, мистер, ну, по мнению, ну, никто же не заставляет смотреть, если так не нравится сильная игра, ну, что, ну, значит, на другой стрим можешь прийти, когда там Тохо будет. Потому что мне нравится игра. Имеет все сорта интересных вещей. Ну, все виды, да. О, мощнее для сета оружия. Ну и ему купим, ну что, денег куча, пусть у всех будет на всякий случай максимально, вдруг нас отнимут возможность там, не знаю, магии пользоваться еще что-нибудь там, в какой-нибудь момент, бывает такое в игру. Так, рандомный перформанс контратак, и чё? О! А, чё? Снап, ну и вообще всем. Да, а я волновался, ой. Ну, кто не понял, это то, что у меня украли, как раз таки. Тринадцатая часть чего, Тоха? Не знаю, пока у меня первая любимая. Так, композитная магия второго уровня, у меня же и так это есть, вроде бы. Почему 0 показывает? Нет, это у меня есть вроде. Дизи не помню, но в принципе нафиг она надо. Да, первая. Так, Spirit Magic у меня есть 5 уровня. Надо посмотреть, какие, может быть, мне компоненты какие-то интересные нужны. Не знаю, может быть. А что? Crimson Treasure. Rainbow Coral. Tornado Leaf. На всякий случай сильно вот эти кольца решил собрать.
Так, Nutrition of Earth. У него вроде есть такое. Странно, тут Fire Level 1, Fire Level 2, а это Fire Level 1 плюс. А, Effective Area Widened. А, нужно оно? Нет, понятно. А, вот, есть 2 плюс, а. А Sun Crystal есть у него? Waterfall Cluster по-любому нету, и Gale Wing нету, и Frontier Side Ride. Машин киллер ЛВ2 плюс. Думаю, может пригодиться. Но Magic Ceiling Vase у него вроде нету. Ну, вряд ли такое нигде не продается. Кстати, а это нам не нужно? А, не, Life Stealing Tools нам надо для этого. Либо вампир ботл лучше. А, не, не лучше. Ладно, купим. А, надо экипироваться точно. Что там для сет что-то купили? Для Бинг ничего не покупали? Нет. Для Дженсона. Ага. Ну нормально, чуть-чуть увеличилось. Так, для Сары. Нет. Для Кук. А, уже поставили. Для Мака. Еще чуть-чуть лучше. Теперь надо продать все ненужное. Почему мы можем только это продать?
О, магия. Шилдус. Physical Defense. Партимы. Баррикадус. Берем, конечно, и то, и то. Даже если не буду пользоваться, что 3000 потратить на всякий случай. Хотя я думаю, может быть, даже и будем пользоваться на боссах. Ману надо закупиться, наверное. Девяносто девять. Ну и все. Делают рингмейкер. А, ну давай левел 2 стрим ринг. Water level 2, damage up level 2, critical up level 2. А, у меня не хватает компонентов. HP Absorb Level 2. А, ну для этого нужно The War Ring, который собрать не могу. Ясно. Левел 1 мне не нужен, а левел 2 я собрать не могу. Ладно, снаб, давай удачи. Я, наверное, тоже уже скоро заканчивать буду. Немножко сейчас, наверное, по городу еще похожу и все. По этому этажу. То есть я скиллы расставлю. Так, стил ему не надо. Так, а что ему надо? Тонт, наверное. Да, пусть тонт. Сет. Место кражи. Контур. Так, а у нее спирит разве 5 уровня нету? Есть. А чё ж там тупит? А, да, и ждем Black. А! У нас же теперь кольцо снова появилось. Ну чё ж тогда. Не кольцо, эти серьги. Вот. Тогда она ставит пусть кастинг саппорт. Так, спирит композит у нее есть. Пусть антисон пока что.
Так, Усары. Ага, она уже выучила то, что ей нужно было. Ну пусть вот это учит, хотя особо уже тоже не нужно. И скиллы вместо... Так, здесь тоже нужно будет эту черно-белую 5 уровня поставить. Потом. Ну пока пусть кастинг саппорт ставят. Вот, и у Кайма я выставил, да, уже? Да. Так, там лифт один мы пробежали, я вот помню, туда надо будет сходить, но посмотрим, что еще тут есть. Так, еще один лифт. Король Годзе был идеалистом, когда был молодым. Я слышал, он путешествовал инкогнито по миру. Так, ну значит у нас тут лифт запомнили. И вот тут лифт. Я не помню, там вроде сейва не было внизу, да? Тогда добежим до другого сейва какого-нибудь. Что-то был же сейв. Стоп, тут не было сейва. А где был сейв? А, в гостинице был сейв, точно. Ну, на этом стрим заканчивается, как вы уже поняли. Значит, если есть вопросы, пожелания, замечания, предложения, можно писать в чат, я отвечу. Вот. Ну все, всем удачи, увидимся.